Ячмень яровой, сорт Паустиан, второй срок сева. Посев был 18 апреля, норма высева 5 миллионов. 4,5 миллиона. Нижний ярус страдает. То есть уже отброшен. 3,5 миллиона. Здесь даже как-то 3,5 миллиона. Кстати, норма высева, это выглядит намного приятнее, чем 4,5-5. Даже по стеблестою кажется так же. Хотя так вроде бы одинаково. Если говорить о колосе, ну колос, конечно, чуть больше. Мы посмотрим, как это все будет развиваться. Но второй срок, разница хоть и в 10 дней по севу и 6 дней по всходу, но очень сильно отличается, допустим, от первого срока. Первый срок – это очень мощные такие растения. Причем на всех нормах высева. Так, это у нас 2,5 миллиона норма высева. Нижний ярус как бы лучше уже. И полтора миллиона, 75 килограмм где-то. Ячмень паустиан, второй срок сева, ну то есть более поздний. 18 апреля, сегодня 14 июня. Такой вот был краткий обзор этого ячменя.